Здравствуйте всем, я с Украины, с Одессы. И хотел, друзья, поговорить о тотально важной теме по поводу, друзья, ад. Как его остановить, и что он, и вообще, есть ли он, или что, как с ним творить, друзья. И тут нужно понимать такие же важнейшие вещи, друзья. Что хотим мы этого или не хотим, вот, друзья, верим или не верим, а ад есть. Вот, и сейчас люди бывают думают, что где-то находится далеко, непонятно где, что он такое. Нужно понимать, друзья, что ад — это духовная личность, и он в духовном измерении находится. И душа, которая внутри нас, друзья, когда умирает, приходит в духовный мир. И поэтому, друзья, нужно понимать такую вещь, что он по-любому есть, и он там мучает людей. И главарь этого ада — идет сатана. И нужно понимать, какие еще такие важнейшие моменты. Что когда вот... Именно вот Иисус Христос, он имеет единственный победитель над адом, да. Он специально был его план зайти духом сюда, соединиться с человеческим телом, на принцип духовный мир соединиться с человеческим телом. И чтобы его, если не было, друзья, его план, чтобы даже и распяли. А этого не распознали никто. Ни беса, никто, и просто взяли его просто-напросто. Пошли распяли, и он просто спустился к себе, как говорится, на 3 дня и 3 ночи в ад. И что он все, друзья, поставил там на коленке. Всех, друзья, на коленке, он всех этих бесов, они отдали ему духовные ключи от ада и смерти. И он смог, друзья, полностью победить ад. Это был проделанный просчет ада. И он создал, друзья, именно церковь. И за счет теперь церкви мы можем наступать на них, на всех, и побеждать, друзья. Именно уже ад. Нужно понимать, что ад сам тоже может проникнуть в церковь. И что же нам делать, друзья? Нам нужно его как-то побеждать. Для этого нужно всегда быть в тонусе, в духе, в Слове Божьем. А дальше уже Иисус делает свое дело, мы сможем наступать на ад и его побеждать. И таким образом ад может быть проигран. Таким образом можем его остановить. Для этого нужно, друзья, также проповедовать Слово Божие. Если проповедуем Слово Божие, мы исполняем эту самую волю Божью. Мы уже принимаем духовную силу. И этим самым и других людей заряжаем духовной силой, потому что они тоже могут сами свою жизнь спасать. И дальше проповедовать Слово Божие. И благодаря этому побеждать ад и отправляться, друзья, в итоге в вечность, в рай. Ведь помните, друзья, что ад — это место вечного мучения, а рай — это место полного счастья, радости и благодати. То же самое, как здесь, друзья, шикарно, в парке, красиво, романтично, благословенно. Только в раю все еще будет в бесконечный раз лучше. Поэтому, друзья, я ссылку оставлю на полное видео в описании, где наши апостолы очень детально разбирают тему, друзья. Поэтому смотрим видео, питаемся Словом Божьим, изучаем внимательно, внимаем не просто на уровне своих мозгов, а на уровне своего еще естества всего. И таким образом... можем, друзья, понимать, что такое ад, какие у него законы и как его побеждать. Вот, поэтому смотрим видео, друзья, питаемся Словом Божьим и шаг за шагом протаптываем себе дорожечку, друзья, в вечность, в рай. Аминь.